Всем привет! Сегодня я готовлю вот такую праздничную и очень вкусную закуску из баклажанов. Нам понадобятся баклажаны, помидоры, чеснок, свежий укроп, небольшой пучок, майонез, соль и растительное масло. Баклажаны нарезаем вдоль на как можно больше тонкие кусочки, слайсы. Теперь в миску наливаем воду, немного ее подсаливаем и выкладываем сюда все кусочки баклажанов. Оставляем вымачиваться на минут 20-30 для того, чтобы вышла лишняя горечь из баклажанов. В сковородку наливаем растительное масло и выкладываем баклажаны. Слегка подсаливаем каждый кусочек. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Баклажаны уже готовы. Приготовим начинку. К майонезу добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Также мелко нарезаем укроп и добавляем к майонезу. И все перемешиваем. Ну все, соус для начинки готов. Помидоры нарезаем на небольшие дольки. Теперь собираем закуску. Берем один кусочек баклажана, немножко соуса и вот так по всей длине размазываем. На край укладываем помидор и аккуратненько заворачиваем. И так со всеми остальными кусочками. Вот такая аппетитная и очень вкусная закуска получается. Если остается немножко соуса, можно начинить помидорчики. Это также очень-очень вкусно. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!